сонет номер 7. Ну, вы видите, я скачу. Уж если подряд читать, вы точно с ума сойдете. Вот это седьмой сонет, это был сонет, вот, который я просто... Потому что ну, это уже не первый раз, когда я, так сказать, читаю текст Шекспира в оригинале и думаю, с чего-то он великий поэт, он какую-то ахинею написал. Это все как бы не соответствует действительности. Но в том-то и сила его, что совершенно ахинейная метафора вдруг, так сказать, вдруг работает. В какой-то момент, именно когда ты это все воспроизводишь на русском языке, ты понимаешь, как это делается. А с первого взгляда невероятно что-то. Ну вот сами оцените. Глянь на восток. Где щедрое светило, главу с огнем подъемлет в ранний час, сиянием благодарности и пыла в долине, исполняя каждый глаз. Когда оно взбежит по небосклону, как юноша живой в расцвете лет, всяк смертный взор прекрасному разгону с почтением вновь поднимется во след. Но с высоты на дряблой колеснице по сумеркам, укатывая в ночь, ему в глазах уже не воцарится, предательски глядящих вниз и прочь. Кто поглядит в конце судьбы земной и на тебя? Ну разве сын родной?